Всем привет! Мы снова едем на дачу, как обычно, каждый день в Роме на выходные. Пробка такая у нас там большая, у нас светофор, и все время народ скапливается. До светофора пробка, после езжай куда хочешь. Сегодня у нас 23 градуса, завтра Ром на работу едет, так что мы до вечера приедем, что-то ему на работу приготовим и... Будем уже. Я взяла помидоры, кстати, сегодня. Не знаю, что я с ними буду делать. Думаю пока. Мы были в Пятерке, купили квас, хлеб, печенье. Семечки. Кабачок сделаем на гриле. Скажешь мне, как его замариновать, Ром? Просто берешь соль, перец, майонез. Соломка. А кожу надо обрезать? Нет. Помидоры. Чеснок обязательно. Селедка. Огурцы. Ром, что случилось? Хлеб. И все. Все самое необходимое, остальное есть. Забыли яйца купить. Покажу вам, как я мариную кабачки. Вот на такие вот части разрезаю, чтобы их можно было на шампур надеть. Там Слава наверху у нас что-то истерит. Не знаю, что у него там случилось. Зашел наверх и плачет. Папа увел его. Короче, вот на такие части режу кабачки. Все закидываю в тарелку. Чуть-чуть нужно посолить. Так, солить будем не так. Чуть-чуть посолить. Так, я пойду за ложкой схожу. Чуть-чуть солим. Чуть-чуть добавляем вегеты. У нас вообще вегеты это самая любимая приправка наша. Мы в основном ее везде добавляем. Чуть-чуть перца. Ящер, дети пошли с папой смотреть. Так, и мой домашний майонез. Где моя ложка? Вот она. Домашний майонез. Ну, вот так вот. Положу, больше не надо. Так, и сейчас почищу чеснок, пару зубчиков. Так вот все сейчас размешаю. Пару зубчиков чеснока. Порежу сейчас чеснок очень мелко. И выкладываю сюда нашу чашу. И все оставляю на столе где-нибудь. Будут очень вкусные кабачки. Мы один взяли, потому что дети не едят. Мы только с Ромой. Нам будет достаточно. Замочила огурцы. Чуть-чуть, вон они уже вроде как. Их можно высаживать. У меня те огурцы умерли, которые я сажала рассадой. Все они умерли, потому что они были очень слабые. Сейчас они даже у меня... А, ну тут ничего не видно. Такие играют, сидят в песочнице. Нашли ящерку. Рома там разбирал, где он будет копать яму. Вася тут в песочек играет, сидит. Я сейчас буду огурцы сажать. Наверное, к вечеру буду сажать. И надо что-то делать с меня с помидорами. У нас такой ветерок небольшой.
Так, что ты будешь делать? Башню? А ты не сможешь построить, надо мокрый песок. Давай я тебе откопаю мокрый песок и будешь строить башню. Давай. Там у нас, наверное, мокрого нету здесь. Ведерко в песке. Ведерко в песке. Вот эту большую машину можно убрать. Ромка делает шашлыки. Шашлыки наконец-то. Спустя 2 дня мы готовим шашлыки. Зато они промариновались. Так, солнышко вообще ничего не вижу. Мы тут на верстаке. Сюда Рома будет складывать. Так, сейчас. Как тут увеличить-то? Вот. Почему-то я все время. И кабачки. Так я их порезал, нет? Да. Кабачки. Кабачочечки. И курочка. Что у вас маленький ребенок пошел делать? Маленький большой. Какой? Маленький большой. Не знаю. Что Славик делает? Не знаю. Так, а я сейчас буду сажать. Купаться? Дома будешь купаться. Я буду сейчас сажать. Буду сейчас сажать. Вот навоз мне Ромка привез. Помидоры в ведра. Отверстие сделала. Вот там у меня помидоры. Не знаю, что у меня получится из этой затеи. Посмотрим. Славка сидит, играет. Смутное сомнение, что мы, по-моему, делали. Мне кажется, мы не делали в этом году. Ну, а что они-то грязные? Странно. А ты их в бумажку заворачивал потом? Мы что-то не можем вспомнить, почему у нас грязные шампура, хотя я их дома мыла. Сомнение, что мы и делали штуки. Мы когда? Не помним об этом никто. Когда мы их делали-то, господи. Тут, конечно, интересно. Красота.